зайца. Это символ острова, на котором находится Петропавловская крепость. И вот именно от стен Петропавловской крепости мы начинаем наше путешествие в Троицкую Москву. Слонов, и здесь устроили слоновий двор.
театральные труппы, а чаще балетные. И поэтому посмотрите на мемориальной доске, вы видите силуэт балерин. А напротив жемчужина Фонтанки, Шереметьевский дворец. Посмотрите, насколько красива его ограда, работа картины. На воротах вы видите герб Шереметьевых. А в начале 18 века Фонтанка была границей города. И чтобы как-то благоустроить границу, Петр I безденежно раздает землю своим приближенным. Вот этот участок достался фельдмаршалу Шереметьеву. А более 20 лет в этом здании жила муза нашего города Анна Андреевна Ахматова. И с ее легкой руки это здание стали называть Фонтанкой. Сейчас здесь находится музей музыкальных инструментов и музей-квартира Анны Андреевны Ахматовой. Вот перед вами в створе Невского проспекта великолепный Онищков мост. А славу ему принесли, конечно же, крупные скульптуры, украшения коня человека. Работа чудесного скульптора и великой души человека и прекрасного улыбки. Мы с вами сейчас сможем представить Петровский Петербург в Николаеве Боже. Если мы возьмем по рубежу Фонтанки до Невы, расстояние здесь 2 километра с населением 50 тысяч человек, вот это и будет Петровский Петербург. А здесь впереди находилась деревянная переправа, где при въезде в город проверяли документы. Толпой командовал подполковник Онищков. Нет.
на современные темы, а также те, которые рассказывают нам об истории России. Но об истории России рассказывают нам улицы и здания города. Один из них символизирует здание желтого цвета фонтанка и Гребенского. Здесь когда-то вытягивали ребята Московский флаг. Рано утром 14 декабря 1825 года медийские московские и внутренние фасады здания вы можете понять, насколько различны были фасады доходных домов. Вспомните здание на фонтанке. А примыкать к этому зданию желтого цвета, это тоже бывший доходный дом. Здесь долгие годы находилась киностудия документальных фильмов. А впереди, перед нами образцовый мост через Крюков канал, торговый. Здесь находилась шумная торговая площадь. Да. Сюда перевели военно-морской музей со стрелки Васильевского острова. А впереди романтический поцелуй в мост. Называется так, потому что рядом находился практикум за поцелуя. Но у нас в городе традиция. Все влюбленные под этим мостиком у нас целуются. Это было 101,5 метр. На Европу золото пошло более 100 килограммов чугунного золота. На собой имеется смотровая площадка, откуда с высоты вы можете увидеть весь город целиком. А справа впереди перед нами яркое желтое здание и Ясутовский дворец. Вот именно здесь был убит знаменитый старец Григорий Распутин. И если вы не были, очень-очень-очень рекомендую. Уникальные интерьеры Ясутовского дворца. У нас здесь находится театральный зал, который в городе называют «Малая Мариинка». В нем проходят сольные концерты, вечера романсов, великолепная картина галерея. А находится это здание рядом с одним из трех сохранившихся до наших дней художественных мостов. Два зубных мостика на канале Грибоедова, это Банковские львины, а перед нами впереди Почтамский. Давайте посмотрим, как он устроен. Его устроено находится на берегу. И отведутся очень интересными конструкциями, как бы чистят строго, они называются квадраты. И на них подвешены мостовые здания. Речка старая и более 300 лет.
Но не только это явилось причиной реставрации. Во все времена наш город очень сильно страдал от наводнений. 308 наводнений произошло в Петербурге. И вот сейчас, господа, слева памятник наводнения. Его у нас называют «Трезубец Нептуна». На нем темными полосками отмечен уровень подъема воды во время самых страшных наводнений. Самое разрушительное произошло в 1824 году. Вода поднялась более чем на 4 метра. А находится этот памятник рядом с самым широким мостом города и самым широким мостом Европы. Это Синий мост, ширина почти 100 метров. Внимание, мост двухуровневый, впереди станет ниже. И расстекловка по тому времени. Все это великолепно сохранилось.